Вот так обычно в Германии берут на пробу пиво. Попробовать называется. Бутылка в среднем получается стоит, вот сейчас покажу, 85 центов, 99. Это за пол-литра. Ребята, за пол-литра у нас в Эстонии за пол-литра евро 15, самое дешевое. И двумя евро заканчивается. Вот. Даже вон 0,79 есть бутылка пива. 79. И пиво вот такое толковое. 5-градусное пиво, пожалуйста. Еще мне там в Берлине пиздели, что пиво дорогое. Ни хрена подобного. Вот вам цены, пожалуйста. Чего я буду врать? Не в тех магазинах вы бывали, где видели пиво. Вот так обычно. Теляшку взял. Корзиночку. Это тут 20 бутылок. Еще сверху. И на пробу.